Для выпускников средней школы лето – особливый час. Зараз в Украине у самом разгаре уступная кампания. До речи, большинство абитуриентов уже ведают свою колькость набранных баллов. И сирот их есть и те, кто справился с тестированием на все 100. За одним из таких молодых людей познакомился наш корреспондент Павел Михно. Золотый медалист 53-й школы Гомеля Яуген Доросев собирается поступать у Белорусский державный университет. Традиционно на факультет прикладной математики и информатики – потребуется на шмат больше, как 300 баллов. Однако юнак годно справился с тестированием. Яуген стал одним из 78 абитуриентов Украины, которые набрали максимальную отзнаку по белорусской мове. Каб отримать добрые выники по белорусской мове, недостатково просто выучить предмет. Конечно, пленная праца даст свои результаты. Однако, треба полюбить предмет, как это было у меня. Хочется выказать великий дякую моей наставнице по белорусской мове Светлане Евгеновне Плохотнюк, с якой мы и рыхтовались до белорусской мовы. Народной мовы Яуген еще с детства ставился с теплынёй. А когда упершиню пришел на урок до Светланы Яугеновны, коншатково захопился ее выучением. С 7 класса хлопец регулярно доследовал все тонкости белорусской мовы и стал постоянным удельником школьных олимпиад по этом предмете. Рупливая праца с наставником до позднего вечера – звычайная справа. Шмат учим гэта и вызначила поспех. Подрыхтовка до ЦТ, как ведомо, потребует як ад настаўніка, так і ад вучня, у першую чаргу мэтанакіраванасці, вялікіх намаганняў, часу, ну і выключнага ведання вучэбнага прадмета. Сакрэт 100 балаў, атрыманых сёлета на ЦТ па беларускай мове, напэўна ў тым, что вот гэтыя вышэйназваныя патрабаванні у нас с Женем супалі. У целом централизованное тестирование у регионе прошло организовано с максимальным захованием принципу створения ровных магчымасцяў для всех абитуриентов. Вступительная кампания этого года характеризуется спокойной рабочей атмосферой, но со стороны абитуриентов не обошлось и без нарушений. Так, значит, один абитуриент при прохождении тестирования по математике был отстранен за пронос в аудиторию средства связи мобильного телефона. Теперь, когда праца по успехово завершена, Яуген планует как след отпочить. Хлопцу вельми подобается настольный теннис и плавание, тому остатнюю частку лета вырешил просветить активному отпочинку и сустречим с сябрами. Как говорится, скончил работу, гуляй у охвоту. Павел Михно, Василь Осипцов, телерадиокомпания «Гомель».